Мы, как всегда, птичек рисуем. Мой эскиз придуманный. Просто как бы вымышленные птички. Таких, наверное, нет. Птички невелички. Вот. А инициатива с Белгорода о росписи жилых домов. И там одна программа идет сейчас, «Культурный код» называется, насколько я правильно помню. И вот согласно этой программе надо расписать 15 фасадов в Осколе и в Губкине. Да, вполне позитивно реагируют, там, кроме одного мужика, в принципе, не очень оценил. А так, в основном и в целом, нормально. Сложности есть определенные. Тут поверхность, шуба, и приходится закрашивать краскопультом, так бы уже, конечно, кистью поработать. Вот. Ну, свои моменты технические, в целом все хорошо.